Еще раз здрасте, мордасти. Так, это для продавца. Значит, здесь долго шла. Что это у меня? Апинель затупился. Точилка. Точилка. Для ножей. Это как ручка. Как ручка. Похоже. Ты прям мистер очевидность. Да. Мисс очевидность. Была у меня точилка Викторинекс. Тоже в виде ручки. Ну, чуть побольше она. Ну, вы знаете точилку Викторинекс. У многих она есть. Классная вещь. Кстати, мне ее тоже подарили в магазине, в моем любимом ножевом магазине. И я ее тоже задарил моему другу, очень хорошему человеку. Надеюсь, он пользуется. Ну, Викторинекс точилку я, скорее всего, еще приобрету. Классная вещь, она мне просто нравится. Ну, и давно я смотрел на вот такую штуку. Стоило что-то $3 или 4, где-то вот так вот. Вру. Зачем я вру? Доллар с небольшим или полтора. Это вот так. Короче, ссылку в описании, естественно, оставлю. Здесь в виде ручки, то есть можно носить, не знаю, ну, на кармане бессмысленно, но где-то вот так вот повесить. Ну... В рюкзаке, в EDC сумке можно. То есть здесь что? Вот так вот отвернули. И здесь алмазный. Офигеть! Завораживает. Двойной алмазный брусочек, так можно сказать. Так, надо закручиваем. Да, он короткий, у Викторинекс намного длиннее. Он более функциональный. Так. Попробуй. То есть здесь есть, то есть вот так, круглая, да? Часть, да. Полукруглая. Есть плоская часть. Ну, понятно, что это алмазный. Алмазный, ну, качество так себе, но тем не менее. Плоская часть. И здесь вот есть внутри для крючков. Для крючков. Это одна половина. И вторая половина конусовидная. Для серейтера, естественно. Для серейтера. Да, полностью круглая. Сейчас под рукой серейтера нет, но тем не менее серейтер будет удобен. Серейтер различного. То есть спайдеровский, ходстиловский, то есть различные, ну, понятно, да, размера серейтер можно подточить. Но здесь еще такая точилка есть. Ну да, вот дочка я подсказываю, вот такая точилка есть. Ну это на кухне стоит в разобранном виде, то есть видите, пользуемся. Ты пользуешься точилкой? Иногда. Ну, здесь керамика тонкая для полировки, шлифовалки в основном, да, для правки. Здесь алмаз. Алмаз такой, прикольно. Не скажу, что жесткий. Вот здесь вот прям вообще жесткий. Здесь помягче. Пинель сведен в ноль. Был. Ну, это, в любом случае, это походная вещь. То есть где-то, если совсем что-то затупилось, потихонечку, хоть вот такими вот движениями, можно подправить любыми, какими вам угодно. Нож можно поправить до более-менее рабочего состояния. Как удобно. Ну, вот уже чуть лучше. Вот такая вот у меня приблуда поселится в... В рюкзаке походном. Как говорится, на всякий случай, ссылка, как обычно, в описании. Ну и раз уж засветилась в кадре, ссылка вот на вот это тоже будет в описании. Да. Потому что штука, ну, для кухни, прикольно. Я считаю, нормально. Удобная. Удобная и прикольная. Ну, естественно, вот эти вот керамические стеженьки периодически нужно мыть. То есть я просто губкой обычной, жесткой, либо металлической потру и металлическую стружку снимаю. О, вот прям довел как надо. Прям встал.
Снова очень острый. Волосы попробуй порезать. Это сколько он бреет? Да. Ну, а пинель. Хоть и нержавейка, но тем не менее классная штука. Все, ссылка в описании на это и на это. Пока. Всем удачи и пока.